Руководитель приоритетного направления «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев и заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности Владислав Судаков посетили кувейтскую нефтяную компанию. На встрече они представили разработки ученых Казанского федерального университета по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Кувейтская нефтяная компания является дочерним предприятием Кувейтской нефтяной корпорации, главной и единственной компании страны по нефтедобыче. Государство Кувейт является одним из лидеров экспорта сырой нефти. Представители компании проявили интерес к проекту КФУ по работе на сложных месторождениях. Проект касается сложных месторождений, сложно построенных. Коллеги хотели бы узнать, откуда, из какого пласта течет нефть, из какого пласта течет вода, и определить действительно происхождение той или иной добываемой жидкости. Тяжелые нефти также являются сложностью для кувейтской нефтяной компании. В этом направлении ученые Казанского университета также предложили решение. В кувейтской нефтяной компании есть несколько месторождений именно с тяжелыми нефтями, и для их разработки необходимы определенные технологии. И одна из технологий, которую разрабатывает Казанский университет, их очень заинтересовала, это концепция подземной переработки тяжелой нефти под землей, которую мы реализуем совместно за счет теплового воздействия и использования катализаторов. Оба проекта были обсуждены в кувейтской нефтяной компании, и было принято решение развивать сотрудничество. Первым этапом было решено попробовать испытать обе технологии на лабораторных образцах, которые нам компания передаст. Это образцы нефти и керна. И если все сложится успешно, то речь уже идет о пилотных испытаниях наших технологий непосредственно на месторождениях Кувейта. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.